Pe drum întâmplător am văzut niște bărbați care lucrează la drum. La drum, da? Și ce îmi puteți spune despre asta? O să deie și cu pământ deasupra. Piatră, da? Aha. Dar văd că altele sunt mai nantuți acolo. Păi e așa și o să și-i fără, da? Ia de așa, până aici piatră și în coace. Aha. Cât un metru. Băieți au de lucru chiar să duc mai repede, da? Da, e un mușcă. Vine șef. Cine tata este le sponsorizat, nu știți? Nu știu. Europene, nu? Nu știu, nu știu, da. Aha, bine. Aici tot a fost un loc pustiu. Ei vă găvărite și o blagădarea vam, da? Nu, благодарю. Здравствуйте. Шатива выходила от Виктора Федоровича Крыжевского. Благодаря ему вот существует вот эта площадка. Песок он выпрашивал. И всю дорогу при море ставила палки в колеса. А это бывший детский сад? Нет, это бывшая 8-летняя школа номер 3. Американская русская 8-летняя школа номер 3. Которая тоже стоит. И которую мы давно уже просим, чтобы ее выставить, требуем, чтобы выставили ее на аукцион, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Потому что от того, что она так долго стоит, она не становится лучше. Хорошо, а это для кого сделали? Это здесь... Для местных детей? Здесь, да, здесь обратились самососеди, люди, близкие живущие, за помощью. Потому что здесь были мусорные баки, мусор был, все такое безобразие тут творилось, было полное. Я вышел был на директора... Компрода, вышел на примарию. Примария дала никаких проблем, что удивительно было, дала добро. Но когда я был, поехал, был, и снимали, были вот эти старые качели, вот раз, два, и вон тот, и то вот круглые, они были возле памятника Ленина, были, стояли. Да-да-да, заметил. Да, мы там туда были, их самосняли, вот загрузили были на, в ковш бульдоэкскаватора. Я жду здесь 5-10 минут, мне ко мне люди приходят, говорят, что вы здесь ждете, если Думенко отправил это все на территорию Компрода. Я ему звоню, говорю, в чем дело? Но ты же сегодня со мной не говорил. Я говорю, ну мы говорили несколько дней назад. Нет, надо было и сегодня говорить. Ну, в конце концов, привезли все сюда, и спасибо людям, близживущим, спасибо простым людям. И были даже два человека, я не помню их фамилию. Они пришли со своей сваркой, заварили, отремонтировали качели. Люди, женщины покрасили. Я говорил совсем недавно, на днях, сейчас был, говорил с Виктором Михайловичем Акелиной. Он завтра, позавтра снова даст указание, привезут еще одну машину чистого песка. В этом году мы, дети, видите, раскидывали. Ну, это не страшно, это дети, и все будет прекрасно. Слушайте, у вас прямо учет сегодня перед Кураж ТВ прямо с понедельника. Люди говорят, вы знаете, а есть еще один канцлер на сессии был, сказал был такую фразу, что видите ли, Крыжевский занимается плагиатом. Я говорю, в чем дело? Какой плагиат? А это моя идея была в каждом микрорайоне сделать по детской площадке. Я говорю, у тебя идеи, идея это одно, а делать это совсем другое. Ну, идей у меня тоже может быть очень много. Но идеи без делов не решаются и не делаются.